Основная площадка – Русский драматический театр. Инженер ТВКОМа проверяет оборудование и свет. От этого зависит, какое впечатление произведет фестиваль не только на зрителей в зале, но и на телезрителей. Иркутская компания предоставляет оборудование для прямой трансляции. Мы должны будем провести фестиваль, международный фестиваль любительских фильмов «Рыбий глаз», представляя совместно, я это хочу подчеркнуть, совместно представляя Российскую Федерацию. Телевизионщики трудятся сообща. От слаженности их команды зависит многое. Опытные режиссеры знают, руководить работой камер все равно, что дирижировать оркестром. Смотреть будет интересно. Трансляция начнется в 19:00 по местному времени на телеканале ТВКОМ. Трансляцию будем вести с передвижной телестудии. Работа будет вести из 6 камер, включая экран. Также будут использоваться другие операторские приспособы. Будет здорово. Фестиваль имеет свою историю и пройдет уже в 13-й раз. Отсмотрено более 3000 любительских фильмов. Программа включает традиционные номинации: природа, путешествия, родина, синема, моя семья, анимация и забавный момент. Прямую трансляцию с награждением победителей зрители ТВКОМа могут увидеть в прямом эфире в эту пятницу в 19:00. Алевтина Дармаева, Евгений Павлов, Виктор Иланцев. Новости дня.